когда я узнал, что есть возможность трудоустроиться вот в Кванториуме, меня пригласили в качестве педагога дополнительного образования в направлении биокванториум. Возможности Кванториума очень велики, потому что здесь идет применение цифровых лабораторий. Так как дети очень часто заинтересованы в гаджетах, в цифровизации, и когда они видят вот те возможности, которые есть у нас в Кванториуме, они зажигаются, им это интересно. Они могут составлять свои самостоятельные исследовательские проекты. Цель вообще Кванториума – это привитие учащимся исследовательских и проектных компетенций, чтобы была профориентация своего рода при поступлении в высшие учебные заведения. Очень большая база, даже не сравнится, например, база некоторых университетов. У нас составлены договора и с педагогическим университетом, и с Дагестанским государственным, с медицинским университетом. У нас идет вот такая совместная работа.